Раньше здесь были лужи, постоянно лужи, ямы. И я даже здесь старался не ходить, обходить другой стороной. Вот так Нина Ручкина описывает состояние родного двора на улице Мончегорской в Автозаводском районе города. Сейчас картина другая. Здесь выполнили комплексное благоустройство территории по нацпроекту «Жилье и городская среда». Глава администрации района Александр Нагин с местными жителями инспектирует качество ремонта. По словам местных, двор не облагораживали более 20 лет. Ну, конечно, довольны очень. И детки, и мы довольны. Рядом, около дома. Все хорошо. Спасибо вам за все. Спасибо и большое. Губернатору, и мэру, и администрации Автозаводского района, и ДУКу. Ранее по инициативе жителей домоуправляющая компания установила детскую и спортплощадки. На общем собрании собственникам решили выделить 20% от общего финансирования на благоустройство дворовой территории и средств, накопленных за услуги содержания жилья по квитанциям ЖКУ и содержащихся на расчетном счете дома. Очень давно уже жители жалуются. Все-таки в конце концов принято было решение, и жители долго ходатайствовали. Во дворе отремонтировали более 3000 квадратных метров асфальта. Это автомобильные проезды и тротуары. Заменили 600 погонных метров бордюрного камня. Общая стоимость работ – 6,5 миллионов рублей. Сложный, скажем так, объем работ, потому что ливневой канализации не делалось. Пришлось думать, как отводить воду от подъездов. Объем здесь серьезный. То есть процент износа составлял более 80% здесь. То есть ямы, колдобины, людям не проехать, не пройти, не скорой подъехать. Автозаводскому району, как самому крупному в Нижнем Новгороде, по поручению главы города в этом году выделили дополнительное финансирование и средств, полученных в результате экономии при проведении конкурсных процедур. В этом году по поручению Юрия Владимировича Шлабаева, после того, как определился город, что складывается экономия от использования бюджетных и федеральных средств, то есть было предложено администрациям районов поучаствовать в освоении этих средств на внутриквартальных территориях. Ну, Автозаводский район один из первых. Благодаря программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в Автозаводском районе благоустроили 6 кварталов, это 20 жилых домов. Стоимость работ почти 34 миллиона рублей. Так, с сентября по ноябрь проведено благоустройство на улицах Береговая, Бахтина, Мончегорская, Космическая, Ватутина, на бульваре Коноваленко и проспекте Ильича. Сейчас проходит приемка работ. В случае недоремонта подрядные организации выполнят работы за свой счет. Олег Лавров, Время новостей.